Новосадовая, 155, десятиэтажный дом с 6 подъездами. Взносы за капремонт здесь платят исправно 80% жильцов. Среди них Алина Машнева. Живет здесь почти 2 года и состоянием дома довольна. Нам поставили новый лифт в этом году, в феврале месяце. Объявления были до этого развешаны, то, что у нас будет замена лифтов. Также срок лифты были заменены, чему мы очень рады. Работы обошлись почти в 10 миллионов рублей. Это больше той суммы, что жильцы заплатили в фонд капитального ремонта. О задолженностях неплательщики раньше получали уведомления, но теперь будут получать уже в виде штрафов, а затем взысканий и судебных исков. В настоящем времени взыскано, у нас подано заявление, значит, на судебные приказы и исковые заявления более 4500. Это по всей Самарской области. Уже есть решение, свыше 500 есть решений. Значит, и взыскано более 8 миллионов рублей с физических лиц. У юридических лиц долгов меньше. Сейчас в суде находится 250 исковых заявлений. В основном организации платят взносы добросовестно. Проблемы чаще всего возникают, когда различаются физические и юридические адреса. Общий долг на сегодня более 180 миллионов рублей. В фонде капитального ремонта напоминают, чем добросовестнее оплачиваются взносы, тем больше домов отремонтируют. В этом году работы ведутся на 1600 объектах. Олеся Корецкая, Максим Гусев, «События».